Да, вот Таня Дударева, приходите к ней. Лида Свиридова. Так, Лида, давай мини-реклама. Так, давайте презентацию. Давай, давай. Приходите ко мне в команду. Ну только говори, кто ты. Я Лида Свиридова, я менеджер у Надежды Санниковой в команде. Надежда уже прошла по системе, имеет реальный доход. И мы в ее команде все идем по этой же системе. Поэтому я приглашаю вас к себе в команду. У Нади много таких, как вы, поэтому у нее мало времени. Скажи, а у меня много времени на вас? Самым успешным человеком нашего города, бизнесменом, который рассказывает, как сейчас можно зарабатывать деньги. И мы вместе пойдем по этой системе. Зовут этого бизнесмена Андрей Шаповалов. Вообще, да? Так, хорошо. Андрею Шуповалову теперь идем все. Он хороший бизнесмен. Да, а ты? Это мой муж. Ну, конечно, все бухгалтера идут ко мне, к Елене Шуповалову. Так. Я вижу мужа. А у нас бизнес в пижаме, поэтому у кого детки до года, все ко мне. Только ко мне. Ну, кто ты? Алена Пенькова. Ссылочка у тебя в друзьях. Да, есть. Привет, команда. Меня зовут Ирина Зяблова. Я менеджер в команде Нати. Пока что, конечно же. Приходите ко мне в команду, буду вас очень рада видеть. И скучно вам точно у нас здесь не будет, как вы уже поняли. Да, у нас весело. Так, Танюх, ты будешь рекламировать себя или нет? Я мне плохо. А если вы такие же скромные, как вы? Да, если вы как Таня, приходите к Тане. Так, Дроздова. Здравствуйте, Наталья Дроздова. Я вас жду, в общем, пишите мне, я все расскажу и покажу. Да, вот, кстати, она уже девчонок привела сегодня на презентацию, двух новичков. Поэтому, да, приходите, Таня вас научит рекрутировать. Она у нас каждый... Наташка мне. Да, Наташка каждую неделю приглашает девчонок новых на презентацию. И вас научит приглашать. Я еще только обучаюсь, но тоже приглашаю вас. Ну, говори, кто? Фамилию говори. Татьяна Сазонова. Татьяна Сазонова, приходите к Тане. Таня тоже из Барнаула. Мария Краснова. Всех жду. Неважно, сколько тебе лет, сколько детей, где ты живешь. Для всех есть свой подход индивидуальный. В общем, ждем в команду. Да. Дударева, ты уже все выступила. Дударева, Татьяна. Я Татьяна. Личный консультант по недвижимости. Всех директоров Oriflame. Не только директоров, а всех остальных. Поэтому, ну и влюбленная в Oriflame всей душой, там, сердцем, головой и мозгом. Поэтому приходите. У Нади там тоже все есть. Она обещала мне, кстати, отметить в сторис как-то все. Да, я думаю, это наконец-то произойдет сегодня, возможно. Я очень благодарна. Вот, поэтому приходите все инвестировать, покупать себе. Недвижимость, вот. И слушать презентацию бизнеса. Зарабатывать в Oriflame сначала, затем инвестировать. Да, ну ладно, начнем. Вы видите, да, у нас реально бизнес-бизнес-историй. Сейчас очень много девчонок. Кто пришел в Oriflame, реально каждый в свое время. И, ну, мое время началось 5 лет назад, когда реально появилась возможность смотреть по сторонам. Будучи мамочкой двух сыновей, младшему 5 месяцев, старшему 4 года, я начала смотреть по сторонам тупо, потому что появилось время. Когда я работала в Газпромбанке в главной должности, у меня не было времени самого главного и самого ценного, что вообще есть на этом свете. Кто согласна, что время – это самый дорогой ресурс? Его невозможно остановить, его невозможно вернуть. Его мы с вами покупаем. Ну как, мы самое ценное, что у нас есть время, мы обмениваем на деньги. Потому что мы ходим куда? На работу. И я, Надя, ходила 10 лет. Наемную работу. У меня за плечами 10 лет банковской сферы. Ушла из Газпромбанка с главной должности. Куда ушла? Сначала пошла в декрет, но я решила, что я не буду бездельничать. Я вообще уйду с головой работать на себя. Я с 92 года видела, как мои родители развивают свой бизнес. Ну, в кавычках бизнес. Мы сейчас поговорим, чем отличается индивидуальное предпринимательство от бизнеса. Но, тем не менее, нас вырастили, дали образование. Первая квартира однокомнатная, которую мама мне купила, это был 99-й, наверное, год. Мы в 98-м поступили с тобой, да? В 99-м. Ну, значит, в 2000-м купила мама первую квартиру в Барнауле. На деньги, заработанные торговлей обычной, купил-продал. Она летала в Москву, покупала одежду и продавала. Я это видела своими собственными глазами, ну, мы жили на этом. Я понимала, что мама реально рулила сама своим временем. Она сама принимала решение, сколько работать, продавцов сколько нанимать, сколько отделов открывать и так далее. Я думаю, ну, почему бы и нет? Пойду по маминым стопам, потому что вот здесь, отработав 10 лет, я поняла, что тупиковый путь. Нет времени и не так много денег, потому что здесь, в принципе, я в среднем зарабатывала 50 тысяч рублей. Это вот работая в Газпромбанке в главной должности.
В Альфа-банке начальником отдела ипотечного кредитования примерно было столько, даже чуть-чуть поменьше, откровенно говоря, да? То есть вы не думали, чтобы там начальники зарабатывали миллионы денег. Это руководители каких-то подразделений, да, там можно и 100 зарабатывать, и 150, но, наверное, в Барнауле это будет больше потолок. Вот, поэтому я пошла ИП. Вот я работать начала на себя, но не традиционно, как мама, а я начала продавать в интернете. Кто-то же видел в интернете, одеваю детей, мужей. Совместные покупки, да, не по-моему, а Таня, что, ты не приглашаешь больше? Ты не собираешь? Чай, кофе? Пока нет. Если будешь собирать, имей в виду, что мне кофе надо. Я заказывала просто кофе. Вот, смотрите, то есть я увидела, что сидя, ну, не сидя дома, кстати, я еще в декрете, я еще с пузом, но хочу... Продвижение продукции через интернет. И тогда у меня возникла мысль, а почему и нет? Почему бы мне параллельно сейчас не начать свое дело открыть? И я промониторила, поняла, что есть поставщики. Товар на свои собственные деньги. То есть у меня не было совместных покупок. Я не занималась благотворительностью. То есть я понимаю, что это там копейки, 10-20%. Я купила за 1000, за 2 продала. Ну, откровенно говорю. То есть так делают нормальные предприниматели. Или за 3 продают, если они, или за 4, если они работают в рознице. Потому что туда накрутка идет, наценка и так далее. Так как у меня не было никаких, дополнительных затрат, я накрутку делала, ну, средненькую, ну, продажи были неплохие. Вот здесь как раз я работала через интернет и открыла в Барнауле даже традиционный магазинчик. И когда у меня торговлю в интернете заблокировали, вот просто в один момент раз и торговая страница в Одноклассниках улетела. Ну нет ее, заблокировали. Там на 5000 друзей она была раскручена. Продажи были, ну, неплохие. Если я когда открыла, у меня было остатков на примерно 500 000. Неплохо же? То есть все деньги, которые я зарабатывала, я их укладывала. Ну так делают все предприниматели. У них они деньги из оборота боятся вытащить. Они вытаскивают на покушать, там, какие-то, заплатить какие-то там, аренды, зарплаты и так далее. И все деньги они постоянно вкладывают в свой типа бизнес. Но я поняла, что это не перспективно, потому что все, в один момент я осталась с товаром на улице, с двумя ребятенками, Сёма уже родился. И пятимесячный сын реально не дал мне в панику. Я поняла, что нужно что-то делать, потому что на наемную работу выходить было так. Я платил 25 тысяч рублей, но до полутора лет. А до трех я получала от Газпромбанка примерно, ну, где-то 10-11 тысяч, там еще несколько, 30%. Да, я знаю. Но я понимала, что вот эти 25 мне до полутора будут платить, а ребенку уже 5 месяцев, я дала себе год. Если я смогу, в общем-то, в сетевом бизнесе, это как раз третий способ, да, получения денег, это бизнес. Если я в бизнесе смогу реализовать себя и выйти на доход 25-30 тысяч, я не буду выходить на наемную работу никогда. То есть я себе прям поставила себе срок год. Почему я реально пришла и сразу начала пахать? Потому что я поняла, что если у меня не получится, мне выходить придется на наемную работу. А я как вспомню, так вздрогну. У меня год в Газпромбанке за 3. Потому что там реально тебя за человека не сильно считают. Это даже не как Альфа-банк, только в Альфа-банке, если работал. То есть самый лучший корпоративный банк. Ну, многие, кто сейчас там работает, говорят, что был. Потому что и сейчас там тоже непросто. Вот. Я увидела возможность в сети интернет стать финансово свободной, иметь время и деньги. Это реально основная цель всех бизнесменов, тех, кто хочет иметь время и деньги, прийти в категорию бизнеса. Вот. Чем отличается ИП от бизнеса? Давайте самые умные, смелые. Чем отличается? ВП это все делаешь. Ну, у меня был магазин продуктов. Мы занимались, вкладывали деньги, оформление, налоги, это очень много, времени очень много. Правильно, мы не вытаскивали оттуда деньги, мы только вкладывали. И ты сама, да? Ты сама? Сама. Все сам? Все сама ездила, оформляла, делала. Вот. Если бизнес, то бизнесмен организует бизнес-систему так, что твой бизнес работает на тебя. То есть это отличительная особенность индивидуального предпринимательства от бизнеса. То есть здесь бизнес-система, которая работает на тебя. Вот здесь есть традиционный бизнес, бизнес по франшизе, и есть сетевой бизнес, MLM. Традиционный бизнес не вариант, у меня денег в тот момент не было, все деньги были здесь. По франшизе тоже не вариант, потому что тут надо было готовую бизнес-систему купить, но за большие деньги. Вариант у меня был только MLM. Но до декрета я вообще сетевой не воспринимала. И когда работала на себя, тоже не воспринимала. Это на будущее, когда вы будете звать знакомых, которые работают, у которых утром встал в 7 и в 10 вернулся, они тоже многие закрыты, потому что у них тупо нет времени. То есть они вообще в панике, как выжить до выходных, до
дожить, а там на выходных травами отоспаться и снова с понедельника то же самое. Вот. То есть, когда у меня здесь избушка на клюшку, только тогда я начала смотреть вот в сторону бизнеса и то обратила внимание на сетевой бизнес, потому что он безопасный был для меня в тот момент самый оптимальный вариант, потому что нужно было вкладывать только время. У меня как раз оно в декрете было. Вот самое ценное, когда вот девчонки в декрете, вот это не упускайте эту возможность, потому что есть возможность реально совмещать с детьми и начинать развиваться здесь как бизнес-партнеры. Окей. Бизнес сетевых компаний очень много на рынке. И очень много, которые приходят и в грудь себя бьют. Мы первые, пошлите все к нам. Вот за эти 5 лет таких компаний я видела много, но столько же много и видела, которые уходят с рынка. То есть реально есть компании, которые проверены временем. Я не буду рекламу другим давать. Есть компании хорошие. Ну, например, ладно, дам рекламу. Кастрюля Цептер. Хорошая? Если у кого есть, знают, что хорошая, реально. Там дно антипригарное, толстое, там борщ варится изумительно. Но гарантия на кастрюлю 90 лет. Ну, то есть одна и на всю жизнь. Вот, не вариант, да, не вариант, да, кастрюля хорошая, безусловно, но я понимаю головой, как в прошлом индивидуальный предприниматель и как бизнесмен сейчас, задача, конечно же, любого бизнесмена создавать что? И причем постоянно, потому что тебе за раз созданный товарооборот постоянно платить не будет, нужно каждый месяц, снова, снова и снова, вот, чтобы мне зарабатывать здесь, в Газпромбанке, 50 тысяч, я увеличивала кредитный портфель каждый месяц в Газпромбанку, например, на 20-30 миллионов ипотек, автокредитов, потребительских кредитов. То есть я реально выдавала, да, сутками. Вот. И также делают те, кто продают продукцию в обычных розничных магазинах или продают услуги свои, те же парикмахеры. То есть мы заинтересованы в том, чтобы огромное количество людей покупали продукцию нашей с вами организации. Просто есть организации розничные, например, там, ну, Procter & Gamble, я не знаю, там разные производители. И вот есть конечный потребитель. Чтобы продукт дошел с завода до потребителя, там череда посредников. Есть компании прямых продаж, таких как Oriflame. И вот раньше, чтобы продвигать свой продукт на рынок, компании прямых продаж, они не продают через розницу в априори, они продают только через консультантов. Да? И вот раньше, чтобы до потребителя продукт дошел, использовался каталог с консультантом в руках. Вот он приходил к консультанту, к потребителю, все эту схему мы знали, пива приносили в магазин, на работу и так далее. Забирали у вас заказ, приходили в Oriflame, не было интернет-магазина, офис, заказывали, забирали продукт, приносили покупателю. Вот связующее звено. И получали маржу, разницу 20%. Это простая схема, купи-продай. Вот сейчас как такового консультанта может и не быть. Почему? Потому что есть Oriflame с интернет-магазином. И теперь задача, чтобы потребители сами приходили в разные города и даже страны, покупали продукцию, естественно, в офисе сами. Сами. Потому что компания осуществляет сейчас не только производство продукции, но и доставку до конечного потребителя в 63 странах мира. Мы в 51 можем иметь с вами бизнес. Приглашайте нашу организацию в 50 Oriflame. То есть почему Oriflame? Потому что компания проверена временем 20 лет, ну даже уже 23 года в России. Привычно писать. Больше 20 лет и больше 50 лет уже в мире. То есть компания проверена временем, и не надо сейчас мне объяснять тебе, что есть бренд компании Oriflame. Попробуй мне расскажи, что новый бренд, который пришел на рынок, хороший, что у меня через полгода хвост не вырастет после использования там БАДов или каких-то чаев, или косметики там, и так далее. То есть здесь проверено временем, согласны? Ну, 20 лет людей обманывать невозможно. Компания, я уже вам сказала, вышла за рамки нашего города. Вот для меня раньше Oriflame был, это конкретно Барнаул, ну, то есть вот там, где ты живешь, там ты можешь развивать бизнес. Сейчас мы можем с вами более чем в 60 странах мира, 60 стран, иметь свой бизнес. У меня так за 5 лет появились люди: Казахстан, Украина, Молдова, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан и так далее. То есть международный бизнес. И самое главное, это продукт. Я уже вам рассказала. Да? Продукт должен быть естественного спроса. Продукт должен продаваться, покупаться ежедневно. И не надо для этого делать суперклассную рекламу. А тебе зачем тебе зубы чистить гелями для душа, мылом пользоваться? То есть продукт естественного спроса. Компания ассортимент. Ассортимент более чем 1500 наименований разной продукции. В компании есть продукт как масс-маркет, цена, для меня критерий, да?
как масс-маркет для каждого, для любого кошелька, так и инновационный дорогостоящий продукт, как Novage и Wellness. Причем продукт наш светский, но по российским ценам. Если вы сейчас откроете Oriflame сайт, ну, внизу выберите страну другую, вы увидите, что на, ну, минимум 2-2.5-3 раза продукт наш в России дешевле. С тех же заводов. Индия, Россия, Китай, Польша, наши заводы. Тот же продукт идет в Грецию, в Турцию, но на порядок дороже. Почему? Потому что объем продаж Oriflame Россия в 2 раза больше, чем объем продаж Oriflame во всем мире.